Вот, 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 вот.
Да назад, Олег, беги, что ты там ловишь? Может, вы начнете двигаться, или вы будете стоять на месте? Ну не можешь, возьми и сменись, блин. Сядь на лавочку. Какой смысл, блин, выходить, блин? Вышел, вышел! Вышел, Вася! Ну идет на атаку человек! Что ты стоишь, ждешь? Один человек бросающий, больше некому! Ты стоишь, ждешь, блин! Кого вы там пасете, непонятно! Thank you.
твоя линия, Васин игрок. Ты с линией должен остаться, а ты убегаешь второй раз. О, о! Да быстрее мяч! Молодец! Вова, вот теперь правильно! Вася, забить. Ваня, ну что ты там подбираешь? Назад иди. Что там в углу Вася здесь будет? Хорошо. Давай-давай, вас больше на одного. Вас больше, давай. Атакуй. Долго, очень долго. 7 метров, защита в зоне.
Правильно все. Вася. Вася надо забить. Назад. Сережа. Хорошо, Вася, хорошо. Ногами защищался две минуты. Олег, вниз. Ноги. Ну чё, Олегу за слон поставили. Ну куда, Олег? Куда ты передачу-то даешь? Олег, ну что ты за собой мяч тащишь второй раз? Не трогай!
назад давай, назад. Вася, ну твой игрок! Ну что ты там прячешься за линию? Бегом! Линия сзади! Герман, сделай полшага! Полшага сделай! Тебе в корпус попадет мяч! А ты стоишь на месте, как прибитый! Назад! Блин, стоите все смотрите, блин. Образуется куча, они стоят, смотрят там.
пришел в 6 метров и стрельнул в руки. Давай, давай, играй. Да ну, Саша, опять то же самое. В 6 метров пришел и кинул, бля. Зачем было в 6 метров лезть? Давай,
Бля. Что же вы такие перепуганы? Зачем ты его трогаешь? Thank you.
В игрока, алло! Он же чисто стоял! Он же чисто стоял, что? Вы вчера говорили! Что? Да ладно, блин! Вася, забить надо. Хорошо, назад, назад, назад остальные. Угловики назад давай. Молодец, Вася. Хорошо, Васечка, молодец. Сай, молодец. Не торопись, не торопись. Игорь, опять рукой пошел. Ногой, только ногой. Рукой не надо туда тянуться. Защите постояли. Все, 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 поздно, назад. Олег, опоздал. Соловьев, опоздал. Он успел бросить. Ну я ж снимаю, мне ж неудобно. Снимаю, у меня ж. Хорошо, хорошо, хорошо. Обходим линию. Обходим, Вася, обходим линию. Я посмотрел. Да. Вася, он за Васю затолкал в дом. Здорово. Вася не успел.
линию надо обходить. Они стоят, он не надо грузить. Ты должен на бульфине дать ему передачу. Хорошо, пацаны, в защите. Вроде как линию вышел за линию.
Вася, такой на игрока такой не дадут. Это уж слишком. Игорь, ну почему ты стоишь? Ну одно и то же бросает, по диагонали в другой угол, блин. Он стоит возле ближнего угла. Чё там, блин, делать? Через руки бросать, бля. Назад давай бегом. Отскочил от той. А? От той сетки отскочил. Не было там гола? Не было. Не было. Он не попал в 9. А тут оттуда орёт, видел? Не, там колыхнула сетка. Соловей, ну чё мы спим, Олег? Ну, ё-моё. Бля, три мяча было. Все, назад давай. Один думал, что у игрока защиты, второй... Yeah!
забирать мяч надо. Выходить на бьющего. Линия не твоя. Твой вот. Опоздал, Вася, опоздал. Ну что ж ты... Зачем тебе линия? Твой игрок, полусредний. Полусредний твой. Давай!
Ну вот что ты делаешь? Расскажи. Встречать его надо в плечо. Понятно, что судья не подходит.
Соловей пятого! Вася, пятого! Вася, пятого! Пиздец! Вася, пятого! Ну что ж такое, блин? Ну как вы не понимаете? Один человек бросает! Как они научатся? Когда они научатся считать? Забивает два человека. Только два забивает. Вы не можете посчитать. Пассив, давай выходи!